Вот, сестры, отвезли хворост на костер. Сейчас везут их в Россию. Там, где поуже, можете свернуть уже. Все, можете повернуть. Смотрите, вашу царевну не потеряйте, чтобы она не вытащилась. Туда. Все. Подходите, Кирилл. Смотрите, что у нас получается. Вот это вот столбы, которые идут здесь. Вот это вот, дальше по прямой, идет вот этот столб. Вот наш столб. Вот это я сижу на этой вот, здесь, вот, доска. Вот. Дальше идет рукомойник. Вот рукомойник нарисуем, вот так вот это. Вот. Это вода течет. Вот рукомойник. За рукомойником там у нас козлы. Вот они, козлы. Вот смотрите, что получается. Вот у козлов там стоит тележка. Вот тележка. Наша задача какая? Вот. Это что, вигвам? Вигвам. Как правильно ехать? Ну как? Самая прямая дорога это вот. Вот так пройти. Так вот здесь они. Здесь же лог. А? Вот лог, значит. А вот здесь вот идет дорожка. Вот она идет дорожка. Вот она рядом. Из лагеря идет она. Дорога идет. Дорога. Она была наезженная. Сейчас меньше. Она дорога идет вон туда, вон. Ну а здесь вот ложок идет. И разворот туда к лагерю. Вы что делаете отсюда? Вот отсюда идете куда? Вы разворачиваете в обратную сторону. И вон куда пошли. Вон куда. Туда пошли. Теперь оттуда, вон там уже разворачиваете, сюда идете. И представьте, какое у вас расстояние. Чего ради? Никогда так не было. Я, насколько помню, первый путь туда показал Никита. Вот отсюда, вот где козлы стоят, тележка вышла. Вот она идет мимо столбушков. Вот он. Вот он трех. Видишь? Вот она, этот столб стоит, вот он на расшарагу, который. Вот к нему. Мимо его. Дальше вот она наша дорога, на дорожку выше. Прямо по нему выходить. Ну вот, напрямую рядом, вот. И пошли туда. Вы нас намного-намного дальше. Чего вас туда потянуло, понять не могу. Вот она идет дорога. Это я виноват, Игнатий Ильич. Не, ну зачем туда идти? Вот дошел, дальше повернул. Вы уходите за грань, это уже грань. Это уже деревня. В деревню сначала с тележкой, потом поворачиваете. Вы поняли, нет? Да. Ну вот, эта доска, на которой я сижу. Вот здесь вот я сижу, вот. Вот я сижу. Ну вот мимо и проходите. Проходите, вот она дорога здесь. Дорога здесь, знаете, что идет дорога? Или не знаете? Ну ходим-то мы, когда молиться-то, мы же переступаем через эту дорогу, она заросла только. Около вот этого столик наш, вот обедаем мы здесь, кружки, ложки, вот она рядом. Куда-то иду в другую сторону, я так нуждаюсь, мне скорее нужна тележка. Я еще не сделать. Вот, держите, это мне дала, кто тут? Отнесите ее. Нюра, наверное, дала.
Так, Володенька, пошли скорее. Уходим. Наша мастерская развалила его, а теперь гляди где. Поставили дополнительный стол, прибили, ограду выправили. Что руки человеческие делают. А второй крест сейчас я хотим сделать. Когда купать все будете, пир сделают. Там будет крест в конце стоять, охранять вас. Так что у нас дело-то идет вперед. Уже никто ноги не поранит. Давай. Все, пошли. Куда? Туда, на саманный.